На прошлой неделе в Гонконге пекинский чиновник выступил перед десятками местных журналистов. Он заявил, что когда общественный порядок претерпевает кризисные ситуации, СМИ должны поддерживать режим, а не контролировать. Его заявление критикуют до сих пор. Генеральный директор отдела пропаганды, культуры и спорта пекинской общественной приемной в Гонконге Хао Те Чуань выступал на официальном обеде, организованном Ассоциацией журналистов Гонконга. В своей речи он также отметил, что СМИ должны проявлять сдержанность в период кризисов, к примеру, при освещении массовых беспорядков и масштабных стихийных бедствий. Несмотря на то, что Хао, по его собственным словам, говорил в качестве юридического эксперта, а не от лица общественной приемной, организаторы обеда выразили недовольство его речью. СМИ – право общества, и они ответственны за наблюдение за обществом и правительством, поэтому каждый человек несет ответственность. Но, очевидно, высказывания начальника управления Хао отражают то, чего ожидает от СМИ коммунистический режим Китая. Председатель Ассоциации журналистов Гонконга считает, что свобода СМИ особо необходима именно в период кризиса. При возникновении социальных конфликтов права демонстрантов или общественности подвержены большому риску, если рядом нет репортеров. В воскресенье выказать свой протест по поводу высказываний Хао к пекинской общественной приемной в Гонконге вышли и местные жители. В условиях диктаторского режима на материке точно нет места свободе СМИ или демократической свободе. Они подавляются. Мы здесь, чтобы выступить против авторитарного режима Коммунистической партии Китая. Вокруг здания протестующие развесили куски белой ткани. По их словам, это символичный жест, чтобы не дать китайскому режиму мешать свободе СМИ.